Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый. Да, все верно. Это программа «Союз нерушимый». 13.10. Приветствуем вас. Ведут программу по традиции Азиз Агаев. Владимир Сметанин. Слушайте, замечательный день сегодня. Да. Не слишком холодный, не слишком жаркий. Вот такое ощущение, что вот таким должен быть май-то. В да. нашем городе есть такое ощущение? Тепло. Ну и тема сегодня нашей передачи, любимая тема Володи Сметанина. Он любит эти темы обсуждать. Не только меня, но и моих коллег. Потому что когда к нам гости приходят, и когда что-то приносят нас вкусненькое, мы потом дегустируем все-таки все вместе. Да. Все вместе. Но сегодня вот ничего вкусненького нам пока не пронесли. Но, может, потом... Когда-нибудь будет приглашение. Да? Да, и мы пойдем и попробуем. В общем, обозначаем сразу же нашу тему. Мы сегодня будем говорить о великолепной итальянской кухне. И наш гость, мы давно планировали эту тему, на самом деле. Давно планировали. Да, просто дело в том, что, собственно, наш гость непосредственный, он еще и занимается приготовлением этих самых итальянских блюд. И да. очень сложно найти свободное время в его графике, потому что он действительно готовит и дарит свое искусство кулинарное людям. Итак, мы сегодня приветствуем Даниэля Франческо. Добрый день. Шеф-повар кафе «Паприка». Ну, поприветствуйте по-итальянски нас всех, наших бонжорно. Слушателей. Бонжорно. Бонжорно, просто бонжорно. Бонжорно. Всем. А если от души так? Амиго. Амиго. Или амичи. Бонжорно, амичи. Итак, готовьтесь, настраивайтесь, слушатели, на то, что мы сейчас будем переноситься на Апеннинский полуостров, да? Да, тем более лето уже наступает. Средиземноморье. Вот почувствуйте эту атмосферу. Сейчас Средиземноморье очень жарко. Очень уже жарко? Да, да, примерно 25-28 градусов там. И море уже как раз-таки готово для того, чтобы принимать туристов, отдыхающих. Да-да-да. Очень турист там. Скучаете? Был. Скучаете? Ну, почти, да. Напомните, сколько вы уже у нас в городе работаете? Здесь? Да. В Кирове? Да. Уже 4 года, да. 4 года. Безвылазно? Без визитов на родину? Без визитов. Ну, бывают визиты. Да, два раза. Два раза за 4 года. Не густо. Мало. Ну, нормально. Честно говоря, сложно себя, вот себя лично могу представить на вашем месте, как-то покинуть родную страну, работать, людей кормить в другой стране и в другом городе. У меня конкретный вопрос. Вот сегодня такая замечательная атмосфера, я имею в виду погода, весна, да, и мы видим, что вот природа оживает, продолжается этот процесс. Жизнеутверждающий. А вот еще для такого поднятия настроения, вот какое бы вы блюдо предложили вот сейчас в обеденное время? Итальянские блюда, да? Итальянское блюдо. Летом, да. Ну, очень свежие блюда. У нас в Италии кушаем много салат. Угу. С растительного происхождения, да, как раз? Да. Кушаем у нас карпаччо. Карпаччо. Там, сырое мясо. Говядина, да, сырое мясо. А, маринованное. Оливковое масло, лимон. Типа сёмга, карпаччо тоже. Вообще блюда свежие. Салата капрезе у нас кушаем. Вообще моцарелла, помидоры, базилик. Вообще у нас кафе «Паприка» на Ленина 18 уже скоро придумали, скоро будет. Летнее меню итальянское. Да. Новое. Новое, да. Непосредственно вы разрабатываете это меню? Вы да, лично, я, да. Да. Ну, я так понял, что как не придешь вот к ним туда пообедать, покушать, можно, то Даниэль каждую неделю обновляет, так сказать, придумывает что-нибудь новое. Надо всегда придумывать. Но при этом остаются какие-то постоянные все равно, ну, конечно, да, блюда, хиты, что называется, всегда на них клюет да. посетитель, клиент. Ага, хорошо. Но вот все-таки летние блюда, они отличаются от зимних итальянских? Вот. Вот как блюда. Зимой едят что-то там, а летом уже... У нас зимой там кушают много паста, итальянских паста кушают. Да. Можно там жаркое кушаем тоже летом. Жаркое? Да. Можно кушать там суп у нас есть тоже. Чечевица суп. Министрон. Как ты так с пренебрежением сказал, что Даниэль, суп у нас тоже есть. Но чечевица очень популярная, я так понимаю, в Италии. И
Что еще? Это вот зимние. Да. Зимние. Это зимние. Да. Ну, а паста, это сказать, паста, это люди подумают, что вы только макароны едите. Но нет. Паста, это вы их называете по-разному, да? Там паста, да, по-разному. Кто-то любит карбонара, кто-то любит там болонезе. Паста, там, паста, все это рожки. Да. Хорошо. Любые. Любые. У нас есть очень много вариантов. Меня недавно один итальянец... Хочешь все, я расскажу все варианты. Меня один итальянец накормил пастой. Он сказал, это самая лучшая паста, это... альденте. Да, это альденте. Альденте. Паста Далин, надо есть, альденте. Так надо кушать, альденте. Вот расскажи, что такое паста альденте. Альденте. И почему это... пасту так надо кушать? Потому что, сейчас я скажу, альденте как? Это не доварено, альденте. Недоварен, да, недоваренные макароны. Макароны. Потом, более, более того, почему, наверное... Почему? Потому что паста ворона, очень ворона, живет невозможно, я не знаю. Не переваривается. Да. Ну или тяжело воспринимается. Да, да тяжело, да. Пищеварение. Да. Да. Тяжело пиво. Просто так. У нас всегда паста альденте. И даже если запить это хорошим итальянским вином, все равно тяжело. Вино, да, вино хорошее. Стакан вино... Хорош, они... Стакан вина нормально. Да, вообще. Недоваренное, я как-то видел сюжет, и там, ну, это, мягко говоря, недоваренное. Это просто в кипящую воду окунули на несколько да, секунд? Да, он, или, ты, или не смотри, так? Надо 8 минут, и все. Ты сделай 7 минут, все, готово. То есть, если написано 8, да, то надо 7. 7, да. А если написано 20... 18. А, кстати, собственно, с продуктами, то с сырьем для ваших итальянских блюд, те же самые макароны, они вот то, что у нас здесь продается, вас удовлетворяет, или вы какие-то специальные поставки организовываете? Ну вот ну, специально, ты да. Готовишь из наших местных продуктов или из Италии привозите? Нет, я в кафе «Паприка» сделаю сам пасту. А, да, сам делаешь? Сам делаю пасту. У нас тесто, да-да, все начинается с тесто, теста. Паста угу. Сам сделаю. Угу. И потом можно купить в магазин, а лучше домашнюю пасту. Ну, домашнюю это вообще друг... нормально, все. Да? Это все. То есть готовится тесто, да, раскатывается. Скоро у нас передача заканчивается. Пойдем раскатывать. Да. У нас есть машина специально, она раскатывает тесто и порезает тесто. Она, типа тагиателле можно сделать, лазанью можно сделать. И лапша тонкая сделать. В общем, обличают процесс эти. Если вручную все делать, то очень много времени тут уходит на это. Ну, с одной стороны, много времени, но я, честно говоря, вот с удовольствием ем то, что готовит Даниэль, всегда, вот с удовольствием. И если прихожу, то потому что там работает Даниэль. Я очень рад. Да. Так, хорошо. Что сейчас вот жители нашего города заказывают, что предпочитают из итальянской кухни? Что больше кушать. Всего понравилось да. Людям вот из того, что ты готовишь, и вот они... А, нет, паста очень паста хорошая. Паста популярная всегда, паста да? Паста популярная, угу. Очень здесь кушают да. Много, много угу. Людей, очень много пасты сделаем. Ну, рыба сделаем здесь хорошая, люди он кушают много. Угу. Короче, а рыбу в каком виде ты делаешь? Рыба у нас сделаем там, у нас есть судак, угу. Сделаем треска. Вот, типа, у нас сейчас есть на бизнес-ланч, я сделал блюдо итальянское, называется «Мерлуцо аль карточчо». И что это? Как это переводится? Что такое? «Мерлуцо аль карточчо». «Мерлуцо» – это по-итальянски «треска». Ага, «треска», вот. «Мерлуцо». «Карточчо» – это «в фольга». А, «в фольга». Вот. Овощи внутри, угу. Все он готовит как на пару. Да-да-да. Очень... Mm-hmm. Вкусно. А потом и чем, полезно, чем полезно, тоже, да. Полезно тоже. Украшиваешь или заправляешь или там. Просто там в столе поставь тарелку и фольга окрой. Mm-hmm. Все, она все специи. Понятно. Замечательно, то есть ты там. До того, как в кольгу завернуть, ты эту рыбу приправляешь да. Итальянскими mm-hmm. Всякими там среднеземноморскими травами. Да, да. Понятно. Лимончиком там поливаешь. Лимончиком, да? Тимьян, чеснок. Хороший аромат получается. А я сейчас немножко хочу перейти вот как-то к теории, да, итальянской кухни, как-то к истокам. А почему принято, что именно итальянец, мужчина, находится на кухне? Почему именно он занимается приготовлением блюд? Вот шеф-повар итальянка, это возможно вообще? Ты видел в Италии шеф-повар итальянка? Женщина. Женщина. Нет, потому что у нет, нас да? женщины хорошо готовят, да? Да. А просто он дома.
Дома готовят. Дома готовят вкусно. Да. Но если ты работаешь в общепите, то тут должен быть мужчина. Я на 23 года работы на кухне, на моей жизни, наверное, два женщины видели на работы на кухне. Все. Они шеф-повары, просто повары. Все. А если муж шеф-повар, и он готовит вот, в ресторане где-то? Он дома готовит? Он, да, и дома тоже готовит. Ты дома готовишь? Дома жена? Готов дома, конечно. Жена стукнет меня, я готов дома. Дети всегда, папа, ты когда выходной? А, скоро. Ну, хорошо, вкусно, круче. Папа придет, приготовит. То есть ты дома тоже шеф-повар? Да. Шеф и жена дома. Дома жена шеф. Дома жена шеф. А я шеф-повар там на кухне, а потом... Ну, как это у нас говорят, жена хозяйка, собственно, в доме, да, следит, собственно, за всеми процессами и организует их, в том числе и организует своего мужа для того, чтобы он обеспечил... А все-таки вот вопросы, которые, значит, ну, понятно, там, пасту, там, жаркое, значит... Это зимние. И вот приходит лето, и мы переходим на летние. Переходим? В Италии переходят на летние блюда? Да, конечно. Ну, как меню. Как в России, да? Меню, да, лето, да, да, да. Конечно, как в России, там, окрошка становится популярной, например. Немножко там изменится продукт. Летом нашли, есть продукты на летом. Зима, есть продукты на зима. Ага. Но это... И надо придумать блюда, какие продукты есть на этот месяц. Да? Mm-hmm. У нас все, знаешь, каждый месяц. Mm-hmm. Новые продукты. Есть, да, есть продукты. Какие-то там растения, там, да, цветочки, да, какие-то там, и так далее, и так далее. Но это в любом случае продиктовано физиологией человеческой, да? То есть, чем жарче, тем нам хочется пищу легче, да? Есть, чтобы она переваривалась более быстро, но при этом, чтобы не теряла полезность ее, не терялась полезность. Тоже из... Ввиду этого всего, да? Тоже, тоже. Ну, а вот ты все-таки обновил меню, сделал его летним тоже, да? То есть как-то ты... У тебя вот отличается меню зимнее от... Здесь, в Киров? Да. У нас сейчас поменял немного блюда, да, конечно, потому что надо блюдо свежее. Угу. И сейчас... Ну, имеется в виду там, свежие имеется в виду, и там салаты какие-то. Да, там, да, 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 салаты, да. Видишь, это салата капрезе, uh-huh. это свежий. Только uh-huh. летом можно кушать хорошо. Uh-huh. И, ой, что будет... Тебе нравится моцарелла, которую делают в России? Задумался, Даниэль. Лучше в Италии моцарелла. Ну, понятно, многовековые традиции. Больше это есть, и это кушаем. Да, то, что есть, то и кушаем. Да. Даниэль, вот такой тоже еще теоретический вопрос. Основные продукты итальянской кухни, то вообще, то, на чем основывается вообще итальянская кухня? Базируется. Да, базируется. Если в России это, ну, традиционно. Картофель, крупы, мясо. Да. Ну, пожалуй, все. Все. Основное. Ну, капуста. Ну, капуста. Да. Овощи. Сейчас, в России много продуктов принесли. Нет, я имею в виду русскую национальную кухню. Вот она такая. Русская, это картошка, мясо, крупа и вот... Ну, капуста там, овощи, да, какие-то. И капуста. А вот итальянские основные, главные. Главные продукты, да, их можно варьировать, по-разному сочетать. Вот главные пасту. Продукты. У нас есть паста. Ну, то есть пицца. Салат. Салаты. У нас куша много. Рыба? Рыба много куша. А рыба потом, почему? Потому что из двух сторон моря, как бы, Италия, потом, с трех сторон. Потом надо смотри, какие места в Италии. Я из Сицилии. Сицилия. Там рыба вообще... Каждый день. Каждый день и... И не, не надоедает. Нет. Как почему? Сицилию кто скажет, я вспоминаю, как меня кормили черной пастой. Ну, вот это, как каратица. Да, вот, да, да, с каракатицей. Она очень вкусно. У нас есть... Она делается, черная паста, ну, раз уже заговорили, из какой-то темной муки или что? Нет. Каракатицы перемешивают. А, каракатицы, точно. Да, да. Вы рассказывали, да. Это очень вкусно. У нас есть один сыр, называется рикотта. Да? Это сицилийский сыр, да? Да, рикотта есть, мягкая рикотта и твердая рикотта. Сделали это рикотта твердого. И на пасту? На пасту. Еще. Прекрасно. У нас есть паста а ла норма. Это что такое? Вот, это томатный соус,
помидоры соус, базилик, меланзаны, это баклажан. Да, 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 да. И это рикотта. Вот это классические блюда. И ты здесь делаешь такой соус? Нет, не сделал. Еще нет. А, ну, скоро будет. Скоро, меланцани скоро будет, и свежие скоро томаты. Будет, и... Да, скоро будет. А работая здесь, Даниэля, возможно, вы какие-то новые продукты, новые рецепты, какие-то вот нюансы из русской кухни почерпнули? Или вы все-таки, вот как, простите, такую девственность итальянской кухни блюдете и ничем не нарушаете ее? Или все, ну, мне кажется... Или что-то взял из... Да, мне кажется, ведь шеф-повар, это тоже творчество. Это тоже творчество. Я смотрю, какие продукты есть в России. И придумал блюдо. То есть сам придумываешь? Сам, да? Я всегда сам придумал. Но ты берешь какие-то итальянские и добавляешь русское? Или... Я беру идея итальянские. А. Моя идея. Например, что за это время такого нового родилось из сочетания продуктов с родной итальянской кухни, русской кухни? Приходи попробуй. Приходи попробуй. Ну, наверняка ведь есть такое, да? Наверняка есть такое. Да. Еще меня вот такой вопрос интересует. Даниэля, можно ли приготовить какое-то удивительное по вкусу, по внешнему виду, по запаху блюда из очень ограниченного количества продуктов, из скромных таких продуктов? Когда мало продуктов, но вкусно и... Конечно, запах можно. Ну, расскажите поподробнее. Я скажу так. Германия. Да. Жизнь 6 лет в Германии работал. 6 лет? Тоже повар? Да. Там тоже шеф-повар. Вот, когда ты приедешь первый раз, один рабочее место, начальник, директор отдали 5 продуктов. 5 продуктов? Да. Можем перечислить? Хорошо. Какие? Да. Он скажет тебе, надо какие сделать. Продукты? Какие продукты? Любой продукт. Любой продукт. То есть выбрать 5 продуктов? Да, 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 да. Он скажет тебе, надо сделать. Суп, салата, второй. То есть из 5 продуктов одинаково, да? Да, да, да. Ты, короче, шеф-повар, сделай блюдо, понравится — работа. Ну? То есть не понравится — иди гуляй. Не понравится — да. Это так там. Ну, у вас, видимо, получилось приготовить, раз 6 лет отработали в Германии. Ну, а ты из русских продуктов, вот какой тебе больше всего нравится? Так, капуста, как продукты, неплохо. Капуста, да. Белокочанная. То есть не китайская, да. Белокочанная. Он можно много-много блюда сделать. Угу. Ну, суп, да. Салат, второй, много блюда можно. Это как в армии, да, на первое... Что там, на первое капуста с водой, на второй капуста без воды, на третье вода без капусты. Такая байка есть. Потом, что там... У нас есть греча тоже, да? Греча, да. Греча. В Италии гречи нету, насколько я знаю? Есть греча. Используют итальянцы гречу или не используют? Используют. Да, есть. Так, греча, капуста. Греча, капуста, потом... У нас есть хорошее... Можно мясо тоже. А крупы какие-то, вот те, которые у нас используются? Чечевицу. Нет, смотрите, а еще какую? Посмотрите, овсянка еще есть, например. Пшенная крупа. А я просто не знаю по аналога итальянского. А, понятно, аналога итальянского слова. Как называется? У нас есть лентики. Это не знают, это черный маленький. Я забыл по-русски. Фасоль? Нет, фасоль тоже. У нас тоже фаджоли. Черный маленький, это горох, что? А у нас нету черных маленьких. Да, есть, почему? Нет, просто... ты имеешь в виду, как камушки такие, они горькие. Это как горькие, почему? Потому что они умеешь готовить. Не-не-не, у нас не используют их, а итальянцы используют, да, конечно, много. Вовсю. А я здесь, и это магазин, очень вкусно, кстати, магазин можно просто есть. Да. Как называется-то, я что-то не услышал. Как я по-итальянски, то я по-русски тоже не знаю. Чечевица есть, потом... Я забыл... Но используйте это, да, в любом случае, да? И здесь кафе «Паприка» нет. А, не используешь? Нет. Почему? Нет. А, нету продукта такого? Пока нет. Ага. Пока нет. Не дошло? Нет. И потом здесь у нас много свинины хорошая, еще вкусно тоже. Я здесь бараны. Бараны не очень... Не можешь найти баранину хорошую? Почему? Не очень...
Ну, Италия, вот, там. Да, вообще вообще никак найти баранину с ней сложно? Или ну, очень, сложно, редко, или очень можно, редко удается? Можно, либо, не знаю... Надо договариваться. Да. А у меня предложение. Мы же через две недели будем говорить о параде дружбы народов. Да. Там же будет традиционная борьба. Да. И там будет баран. У нас надо... Даниэле предлагаем поучаствовать в этом турнире, чтобы выиграть барана. Да. Тогда угостите своих посетителей. Хорошо, давайте сейчас немножко передохнем. У нас рекламная пауза, мы вернемся через 2 минуты. Да, программа «Союз нерушимый», ведущий Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Да, и наш гость замечательный Даниэль Франческо, шеф-повар кафе «Паприка». Мы тут и в перерыве активно задаем вопросы, да. Интересуемся. Про пиццу-то поговорим или чуть позже? Нет, давай поговорим. Вот я хотел спросить. И про пиццу тоже поговорим, да. Если успеем. Слишком много вкусных вещей, чтобы справиться. Я просто сейчас пытаюсь выяснить, сколько разновидностей пиццы существует. Ну, несколько десятков я вот смотрю на список, который попался передо мной. Даниэль, так. А вот специфически, ты все-таки сказал, что ты тут проболтался, что ты с Сицилии. Ну. Вот, а вот специфически какое-то вот блюдо, которое сицилийцы изобрели, и вот в Италии все любят именно это блюдо там. Вот у нас есть один блюдо, называется, да, надо хорошо слышать, сарделле а бекафико. А бекафико? Да. Правильно. Сарделла де кафико. Значит, это два сарделли, филе. Угу. Хорошо. Надо сделать начинку. Так. Там а из чего начинку? Изюм. Изюм? Да. Неожиданно сладкое. Да. Так. Изюм. Орехи. Так. Орехи, я не знаю, как можно сказать. Фундук? По-русски. Вот маленький. Это маленький. Да. Фундук. Да, вот угу, фундук. Да. И сухаря. Сухари. Сухари, да. Соль, перец, петрушка, потому что на Сицилии очень много петрушка кушает. Вот. Оливковое масло, соль помешаем, и сделаем начинку. Так. И перемешаешь? Да, все это перемешиваешь там, да? И сделаем начинку, на это два сардели. А сколько высотой начинка должна быть? Не знаю. Сантиметр, ну, полсантиметра? Да, сантиметр, не больше. Не больше, потом, да. Друга сардели и мука, яйцо, панировка. А, панировка. Да. Так. И жарено. Обжаривается. На оливковом масле? Нет, на растительном масле. На растительном, да. Обычно. Не очень... Обжаривается. С двух сторон. Да, с двух сторон. И? Кушать. И все. То есть, а долго жарится? Нет, 4 минуты по сторонам. А тогда сарделле сырой остается? Почему? Сарделле – это рыба, он очень быстро готовится. Быстро готовится? Да, несмотря на то, что панировка сверху, она быстро, да, готовится. Это и вот это... Там получается крустачу там, и он еще раз, сарделле а ла... Бекафико. Сарделле бекафико. Можно смотреть интернет и показывать. А это праздничное блюдо, повседневное блюдо? Да, это сицилийское блюдо. Ну, повседневное? Каждый день? Каждый день или на особый случай? Можно каждый день. Это можно летом, можно... Итак, друзья, если вы собираетесь в Италию, не забудьте сарделле абекафико. Выучите это слово. Абекафико. Сарделле абекафико. О, правильно, очень молодец. Да, запомните. У нас есть еще один блюдо с овощей, типа баклажан. Баклажан. Да, самый лучший овощ. У нас называется баклажан алла пармиджана. Ага. Это у нас пармиджан, знаешь, да, пармезан. Да, да. Вот. Да. Это... Оно с сыром, что ли, баклажан? Да, сыр пармезан. Ага. Вот. А там надо. Жареный баклажан. Так. Хорошо. Как тортик. Да. Знаешь, тортик? Надо баклажан. Да. У нас потом наверху сделаем соус. Слоёный. А, слои получаются. Вот, слоёный. Соус. Томатный соус. Так. Потом ветчина сделана наверху. Да. Яйцо варёное. Базилик. Угу. Пармезан. Ещё раз. Баклажан. И... А, повторите опять. Да, сайте, 3-4. Да. И оно большое бывает, да. Как торт, да? Да, большой торт. Потом наверху яйцо разбито. И пармезан еще. Запекается 15 минут и 20 минут. Ну, я чувствую, так плотненько получается. Это хорошее кушать холодно. Ну, это можно холодно. Человек 10 накормить. Ну, можно 10. Можно... Ну, в зависимости от того, да, сколько ингредиентов противень заложить. Есть противень и сколько... В зависимости от размера противня, да? А есть вот в Италии такое блюдо, ну, вот... Его надо готовить, ну, возможно, на какое-то ритуальное, вот надо, на какой-то по какому-то поводу, но оно не слишком вкусное.
Не сливка, вкусно. Да. Вкусно. Вот его надо бы, вот, вот потому мы. Что вот такая традиция. Например, да? Нам на свадьбу или на еще что-то там как готовят, но невкусно. Не бывает такого? Бывает, почему? Бывает. Бывает, почему? Все человеки по-разному кушают, может быть, 10 понравится. А почему ты спросил про невкусные блюда? Я что-то удивлен даже тебе. Ну вот я знаю, например, да, вот, например, когда там... поминают усопшего человека, есть да. там, да, особые блюда, но они вот... Человек, они... который умер, да. его поминают когда? Да, но оно вот, оно особыми вкусовыми качествами-то не отличается. Вот есть такие блюда в русском кухне, там специальным образом, там, кисель, например, варится. Есть, есть, почему есть такие? А в Италии есть блюда, которые связаны с тем, что вот обязательно надо, когда человек умер, готовить? Нет, у нас это традиция не... У нас, нету. Когда человек умер, вообще не кушают. Вообще не кушаем. Вообще не кушаем. Просто помолились. Да, все. И все. И не кушаем. Все. Просто ждем там один день, один ночь. Mm-hmm. Ага. Никто не спит, никто не кушает. Все. Угу. И такого понятия, как, собственно, помянуть усопшего не существует. Угу. У нас другая традиция. Да. Другая культура. Ну ладно, мы что-то как-то взгрустнули тут. Ну, я вообще сейчас поймал себя на мысли, почему мы с сицилийцем говорим о кухне. Они о криминале. Они о мафии. Они о сицилийской мафии, да. О чем мы разговариваем вообще? Ну, давайте про пиццу-то все-таки у нас несколько минут остается. Ну, вот, да, потому что все, когда говорят Италия, все сразу Италия – это пицца, вино и, я не знаю. У нас и море вообще. В Италии пицца, когда кушаешь пицца, попьем пиво, нету вино. Да? Есть вино. Да. А почему? Именно с пенным. У нас так. То есть пиццу надо пить с пива. Есть с пива. Да, с пива. Все очень хорошо, очень человек так кушает. Mm-hmm. У нас типа обеда пицца не кушаем. Только вечером. Пиццу только на ужин. Да. Обеда нет. А на ужин только одна пицца или какие-то еще другие? И еще что-то. Нет, обеда, а вечером потом можно кушать свою пиццу. Можно... Просто в Италии обеда не продали пиццу. Угу. Не продаем пиццу. Угу. Потому угу. что человек не кушает. Понятно. Я, кстати... Не знаю, почему. Я, кстати, а что кушают на обед? Пасту. Паста, салат, мясо, овощи. Быстро кушать. Угу. На обед быстро кушать. На ужин можно часа 4 посидеть. Бутерброд, 5. Все. На ужин приходит 8 часов и до часу ночи. Да. Все едят. У нас там в Италии вечером кушают. 8-9 вечером кушают. 8-9 вечером. У нас все-таки представляешь, уже считается. Это другое. Я в гости тут ездил, и вот мне было сложно, между прочим, с этой точки зрения. Потому что я уже в 8 часов я уже есть хочу. 8 утра или вечера? Ну, 8 вечера. А, да. 8 вечера. Угу. Они говорят еще рано. По-итальянски. Они говорят, да. кто ходит в 8 в ресторан? Ты что? Да, да. Идут в ресторан, в лучшем случае, в 9 часов. Но это тоже еще считается рановато. Это да? еще рановато нам. И последнее блюдо приносят в час ночи, когда уже... В час ночи. Боже мой. А я не могу. Я уже... Врачи-диетологи я уже тут сплю. С ума сошли, наверное. Я уже сплю в это время. А вот... Это так, да. Да, такие сложные. Но иной распорядок жизни, это понятно. Все-таки иная атмосфера, да. И традиции. Кстати, что касается пиццы, на самом деле я не ожидал, что у пиццы такая древняя история. Многовековая. Пицца. Мне... Много лет назад. Да, мне энциклопедия выдала историю о том, что изначально пицца появилась, ну вот, когда-то там, да, древние правители на хлеб что-то накладывалось, на испеченный, на готовый хлеб, там разные ингредиенты, а потом все-таки придумали как-то на тесто накладывать эти ингредиенты и запекать это все. Так дело-то было? Я знаю по-другому. Я знаю, да, пицца родился там, когда была, как называется, королева Маргарита. Угу. Она есть на повар. А есть такая пицца Маргарита, вот, да? Маргарита, да. Он, если это повар, придумал это пицца. Так, угу. Пицца просто. Он соус, так и называется Маргарита. Соус, да. И моцарелла. Угу. И так на здесь вот это угу. пицца и
пицца Маргарита. Угу. Вот, знаете, в последнее время пицца, ну, в том числе у нас в городе, она в некий штамп превратилась. Да, если сидит компания, что закажем? Закажем пиццу. Что будем есть? Куда пойдем? Давай в пиццерию сходим. Вот это нормально, на ваш взгляд, как вот человека, родившегося в Италии, собственно, носителя этой культуры, этой кулинарной? Нормально вполне? Нормально, да. А как вам кировская пицца? Ее сейчас многие ведь готовят. Торговые точки. Пробуйте вот для того, чтобы сравнить, какая как-то, не знаю. Какая пицца самая лучшая? В смысле, какая пицца? В Кирове. Какая? В Кирове. В Кирове. Вот, нет, да. В Кирове хорошую пиццу готовят вообще? Вот если говорить так в общем. Я невозможно. Только сказать, скажи, моя пицца, у самая нас, лучшая. У нас самая лучшая пицца. Есть много пицц. Есть пицца тонка. Да. Есть пицца то, а что? Толстая пицца вообще должна быть? Да. Я вот не могу есть толстую пиццу. Тоже, только тонкую пиццу я могу. Только тонкую, только горячую. Свежую. Только горячую. Свежую, да. Только вот. Горячая пицца. Непосредственно, вот, которая... И я не знаю, есть там много пиццерий, сделал по разным пиццам. Не знаю, кто сделал лучше пицца, кто не лучше. Я знаю только у нас в кафе «Паприка» сделаем лучше пиццу. А ты сам какую? Это не реклама, это... Я тонко. Да, да, да. Я тонко. На наш взгляд, объективные данные. Тонно любишь, да? Тонно? Я тонко люблю. А, то есть ты любишь пиццу тонко? Я люблю. Тонко. А, тонкую? Нет, а из чего ты любишь? Чтобы что было внутри? Снаружи, скорее. Как колбаса. Докторская. Овощи просто. Ну, да. С мясом просто. Как вообще? Ну, я люблю пиццу. Просто пицца любую. Да. Не, пицца. Ну у меня вот есть предпочтение. Я люблю там квадро формаджо, там фрукты дальмары. Фрукты дальмары, да, мужской продукт, да. Да, вот это... как бы овощи тоже с большим удовольствием там. А, четыре сыра вы имеете в виду, вот я смотрю, там мне подсказывают, да, с четырьмя различными сортами сыра. Да, да, да. А что такое, пицца четыре сезона, квадро... Квадро стаджоне. Стаджоне, да. Квадро стаджоне, это там... Разные. Весна... Да? Да, весна. Разные. Весна, лето, осень, зима. А, смотрите, весна оливки, да? Лето салями, осень помидоры, моцарелла, зима грибы, да. Вареные яйца. Ничего себе. Очень здорово получается. У нас на самом деле истекает уже время. Мы опять про вино не поговорили. Про вино не поговорили. У нас была программа, посвященная испанскому и грузинскому, да? Да, было. А вот итальянскому... Даниэль, вы как? Египет тоже был. Не-не, вы как, вину-то. Вы как в итальянском вине? Мы так с прицелом на следующую встречу с вами. Хорошо разбираешься в итальянских винах? Вино? Да. Италия? Да. Ты понимаешь? Ты понимаешь? Да. В вине. Ты можешь с нами поговорить про вино? Конечно. Хорошо. Да, все. Можем. Договариваемся. Даниэль Франческо, шеф-повар в кафе «Паприка». Следующую передачу, ну, вернее, одну из следующих передач посвятим культуре. Да, и он скажет, каким вином он угощает свои гости. У нас есть много вин. Да. Спасибо большое. Быстро пролетело время. Еще раз напомню, что через две недели, накануне, собственно, парад «Дружба народов», мы как раз-таки об этом событии поговорим. Да, будем встречаться и разговаривать. Да. На этом все. Сегодня это будет 9 число, кажется. Это будет 9 число. О, об этом мы отдельно скажем. Да. Там у нас именинники будут в студии, хочу я сказать. Спасибо, Даниэль, удачи. Спасибо большое. Да, до свидания всем. До свидания. Союз нерушимый.